Черногорск оказался в эпицентре антитеррористических учений. Они начались несколько дней назад. Силовики отрабатывают разные ситуации. К примеру, в Черногорске, по легенде, вооруженные люди захватили здание городской администрации. В заложники взяты все сотрудники и посетители. Требования боевиков носили политический характер. За неисполнение террористы грозились расправиться с людьми и применить опасное химическое вещество. Прибывшие на место представители силовых ведомств оцепили здание, блокировали выходы и провели спецоперацию по освобождению заложников. Сотрудники Роспотребнадзора и медики обследовали территорию на предмет заражения вредными веществами, а пожарные затушили возникшее возгорание. В целом действия участников тренировки получили положительную оценку оперативного штаба в Хакасии.